Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем за Кратоса в игре God of War 4 часть. Ребята, идем. Надо спасти Атрея, потому что он лежит вот здесь у ведьмы в доме. Хельхейм, ну надо же. Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Да, нам надо достать сердце хранителя моста. В общем, иначе Атрей может не выжить. Поэтому надо быстрее ломиться туда. Туда, где этот хранитель. Но перед этим, получается, Кратос решил вернуться домой. И вспомнить свое прошлое. Олени разбежались. Опа. Какими судьбами? Это он вспоминает, наверное. Афина. Ну, Афина, как могла здесь оказаться? Да, иди отсюда. Все, свалило. Ладно, не надо о ней вспоминать и забивать голову всякими дурными мыслями. Надо всего лишь доплыть до дома. Кстати, между прочим, там, где наш дом, там было много всяких вот этих дверей, которые открываются с помощью этого резца. Вот бы походить бы, как бы их пооткрывать, потому что, мне кажется, там можно много чего найти интересного. Долгий путь домой, да? Хотя, можно было бы уже бы и приплыть. Греби хотя бы, Кратос, греби. Так, что там? Светится такое. Все, похоже, приплыли. Выходим и идем домой. Надо хоть кота покормить. Хотя у него и нет кота-то, наверное. Так, стоп. Стоп, что это? Кто это там? А вы откуда взялись-то все, а? А. Подожди, а как я с этими справлялся? На. Стоп, а я что-то забыл, ребята, как? Вручную, что ли? На, вручную тогда, иди сюда. На, в рукопашную тогда. Раз топор не помогает. Готов. Нечего тут нападать. Это мой дом, понял? Отойди от моего дома. Скотина. Так. Тихо, 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 разошелся. Встал? Подожди. Если встал, надо опять лечь, понял? Ну, могу же щитом еще бить. Нормально тогда, сейчас все будет окей. А если ярость, ребята, я включу?
Не включу, походу, я ярость. Недостаточно ярости. Так. Сколько вас? Чё вы все лезете на меня? Валили отсюда быстро все. Больше сюда никогда не приходите. О, видишь, башка мне подсказывает. На! До свидания, чувак! Разломал я их всех. Так, топор где? Ну чё все покраснело так, а? Почему? У меня дом в таком нормальном месте был, никогда красноты такой не было. Давай заходим. Что-то как-то странно. Кратос, надо вспомнить себя того, которым ты когда-то был. Иначе нам не спасти Атрея. Там, где мы пойдем за сердцем за этим, не горит ни огонь, ни что там не загорится, вообще ни огонька никакого. А топор мой будет бесполезен просто. Нужно другое оружие. Доставай его. Как вы думаете, ребята, что это за оружие? Да. Да-да-да, ребята. Это похоже клинки. Сейчас мы узнаем об этом. Руки-то помнят. Сколько лет он старался забыть об этом? По-моему, 500 лет прошло уже после тех событий, когда он прекратил воевать этими клинками. И похоже, сила вернется сейчас к нему. Давай, бери. Нигде ты не спрячешься, спартанец. Да иди нафиг отсюда. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Сразу Афина тут. Это ничего не изменит. Пришла. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем. Мужем. Отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Да и ладно. Знаю. Но я больше не твое чудовище. Пошла прочь. Так, ребзики. Ну что? Потанцуем. Вот он, настоящий Кратос, ребята. Все. Я вернулся. Ну-ка, с яростью мы это все сделаем. Где кто еще? Подходи. Всем раздам. Легко вообще всех накидал, ребята. Давай, кто? Пошел нафиг. Не, ну топором, конечно, было круто воевать. Но клинки, я надеюсь, мы как-то сможем их прокачать еще. Справа, справа. Спасибо за подсказку, подсказчик. Сейчас расправимся. Берегись сзади! А, зачем топор? Клинки возьми, не нужен мне топор. А, я научился оружие менять. Так. Стоп, что валяется? Здравствуй, старый друг, приз получен. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Вернитесь в комнату перехода Тюра. Так, ладно, я это все понял. Мне интересно здесь побродить. Где-то были двери такие же, которые
с резцом только можно открывать. Куда и где? И как попасть? Или нам сюда уже не пройти? Забираем. Серебро. Потерянные игрушки. Я еще одну игрушку нашел. Сначала мы кораблик находили, сейчас еще какая-то игрушка. Мы нашли эту игрушку рядом с домом. У меня тоже, тоже такая была. По-моему, это часть какого-то набора. Ну а где нам еще найти таких игрушек? Игрушечек побольше. Так, клинки-то мы взяли, а куда теперь? Куда, он говорит, надо где-то там пройти, что-то свернуть как-то. Мистические врата, мы сейчас откроем их. Диколесье — это наш дом. И куда нам? Я пока не понимаю, куда нам надо идти. Я что-то запутался. На вершину, может быть, попасть? А? Так, подожди. Ну-ка, где там задание? Цели. Вернитесь в комнату перехода Тюра. Так, перейти к карте. Комната перехода Тюра. Где, где? Я забыл, где она. Ну-ка, ищи, ищи, где комната перехода Тюра. Сердце горы. Блин, я забыл, где эта комната. А где подсказка-то, а? Ну-ка, подожди, подожди, сейчас найдем. Тайная комната. А мы можем сюда перейти, нет? Вот, я говорю, как-то можно открывать эти комнаты. Надо быстрее соображать, потому что там Атрей у нас на кровати валяется. Так, стоп, ладно, давай к мистическим вратам вернемся, посмотрим. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Здесь приходится так долго бегать, пока вот ворота не откроются.
Сколько еще бежать? Вот, все. А где переход Тюра? Я что-то забыл уже. Ну, это же где-то мы недавно там ходили. 2640 метров. Переместитесь в Хельхейм. Эй, от тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? 14 сисек. Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Да. Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Надо его вылечить. Ну, что случилось? Асы? Нет. Это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. А, переход Тюры, это и есть вот это все. Всем нам приходится. Мост, наверное, вот этот. Да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Так, он может улучшить клинки. Ну-ка, давай-ка. Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал. И ничего, жив-здоров. А, ну требуется пламя хаоса. Надо искать пламя хаоса. Открывай. Все, нам надо, получается, повернуть мост. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Давай будем открывать вход. Это все недоступно. Это все недоступно. Асгард. Так когда же мы во все эти миры-то попадем? Вот, Хельхейм. Мир доступен. Все отлично. Видишь как, оказывается, было несложно. Все, повернул, все, и пошел. Так. Там очень холодно. Найдите хранителя моста. Пошли искать этого хранителя, иначе Атрей помрет. Давай, если давай. В случае, скажу, твой план безумен. Даже Один не может убить стужу Хельхейма. Хельхейм, ребята. Не подведут. Вот мы и прибыли. В мир мертвых. Так. Надо осмотреться. Набрать ярости. Так, что-то упало, подожди. А, не надо было брать. Ладно, аптечка у меня. Пусть бы сохранилась. Ну, а теперь я иду. С клинками, и мне ничего уже не страшно. Это и есть тот что самый это? Мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. Кстати, ведьма сказала, чтобы мы... больше никогда сюда не попасть. Да, здесь лучше, видишь, все боятся сюда попадать.
И она сказала ни в коем случае не проходить по мосту этих мертвых или проклятых. Короче, не надо туда проходить. Вон они. Ребятушки, а почему я не могу кидать клинками, а? Швырнуть его, ну хотя, в принципе, они же привязаны, да? Так, ладно, сейчас здесь посмотрим. Что-то упало там, рубленое серебро. Пошли нафиг, сейчас я к вам приду, ребятки. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Будем всех мы нахлобучивать. Опять. Враг справа! Бесконечная концентрация, я что-то использовал. Ну-ка, забирай. Серебро. Итак, вожак разбойников. При жизни эти разбойники были очень сильными, а после смерти стали еще сильнее. Понятно, что просто так нам не справиться с ними. Ну, Кратосу, в принципе, пофиг на... размеры силы. Чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Сожжем сейчас. Пофиг на размеры силы ему этих врагов. Спартанский натиск. Видишь, одна давай. Из причин, по которым мы вернулись за мечами. Не горит ничего здесь, а мои клинки, главное, здесь горят. И светятся, и все, и классно. Ну-ка, не надо прыгать на меня, ты че такой, а? Получи. Удар по дыне. Слушай, ну вот эти какие-то другие, да? Те-то на меня не прыгали, ребята. А эти бегуны... Отлетай. Ну-ка, здесь что-то открылось. Отлично, сундук. Кроме меня, до него бы никто тут не добрался. Серебра аж 3 штуки дали. 3000 серебра, ничего себе. Так, это что за бармалеи тут идут? Сколько их тут? А, отвали! Отвали, пожалуйста, отвали от меня. Не надо меня бить. Что вас тут так много-то? Ну-ка, иди сюда. Давай, подходи. Я сейчас с вами быстро со всеми разберусь. Так, давай. Нам надо спасти Атрея, иначе он умрет. Он лежит у ведьмы там, ребята. Об этом помним всегда. И быстрее идти. И клинками своими мочить всех. Ребята, смотри, сколько их много. Есть, получи. Подожди, а почему они не растворяются все? Стоп. А что делать? Куда они идут? Я теперь могу жечь здесь. Их слишком много. А, это мертвые, они идут по этому мосту. Нам не надо туда идти. По мосту нам нельзя идти. Ну-ка, давай-ка еще здесь пробежим, исследуем, что здесь есть. Так, ладно. Ладно. Вот можно залезть наверх. Я открываю. Ребята, проходим. Проходим. Так, погоди. Давай, я сейчас пройду. Куда идти-то? Че, по тому мосту все-таки надо идти? Ну-ка еще подожжем здесь. Не, ну она же сказала, ни в коем случае не переходи. Или это еще не мост? Наверное, это еще не мост. Ладно, вроде бы цель сюда, как раз вот ворота какие-то. Что теперь?
как заперто? Не может быть заперто. Подожди, вот здесь поджечь можно. Почему не сгорает? А, просто разрубить. Окей. Мы сейчас найдем другой вход. Мы сейчас найдем другой вход. Мне надо хранителя найти. Вот это не хранитель случайно? Или это так, так себе? На. А чё ты спрятался за своим щитом? Дай-ка я пробью твою защиту. Во, смотри, я могу блок пробивать, понял? Между прочим. На, блок пробьем. Еще подходи. Сейчас мы с тобой решим этот вопрос. Чё у него выпало там? Серебра дали нам кучу. Это очень хорошо. Так, с тобой надо завершить, понял? До свидания. Ты куда пошел? Вернись обратно, я все прощу. Да пошел ты нафиг, а? Сундук. Вожак разбойников. Так, так, так это было. Эти враги умеют отражать броски папиного топора, поэтому их лучше оглушать кулаками. Это добавилось так. Ну, мы отсюда пришли. Можно лезть наверх. Можно лезть наверх. Либо что? Либо куда? А, здесь просто сундук был. Ну все, только наверх тогда. Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных куда, мирах. Куда ползти-то? По-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме. Но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Вообще запутанно, ничего не понятно. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, тут время медленнее идет. Быстро схватываешь. Все хорошо, ладно. Значит, это он не успеет ничего с ним случиться плохого. Стоп. Вот это как поджечь? Ну. Ну, я нажал удерживать. Ничего не получается. Вот так надо поджечь. Во! А, вот кидать клинки-то как, а я что-то думал. На, получи. Слушай, так это нормально, вот, хороший удар. Я думал, что не кидает, а он все нормально кидает. Это я затупил маленько. Так, а мы там где подожгли, что там было? Ну-ка, вернуться надо посмотреть. Что там было? Погоди, вот так можно. Эй, куда я полетел-то? Я еще тут не походил. Ну-ка, подожди. Да не так, нацелься. Пошел нафиг, че мне так сильно ударил? Ты кто такой вообще? Это здоровый, смотри какой-то. Ладно, сейчас разберемся с ним. А что-то надо уже и аптечечку схавать. Есть. Еще кто-то. Мертвецы, посмотри на них. Крутый, крутый. Так, ладно. Этот закидывает. Сейчас я к тебе подойду, подожди, не двигайся.
в Хиле? О, нет, нет. Вальхалла — часть Асгарда. Туда отправляются лишь Хел Викен. Он Викен, но мертвый. Значит, он Хел Викен. Этот скиталец так же силен, как его брат Посейдр. А может, даже еще сильнее. В зависимости от типа удара, папа может от него уклониться. От горизонтальных лучше... Ну, от ударов лучше уходить назад, а от вертикальных в сторону. Понятно. Погибшие в славном бою. Уклониться тех, надо было. Преступников. Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Так, дай-ка сообразить, куда мы еще можем прыгнуть. Ну-ка, поджечь. Еще разочек. Сейчас тут все подтает, мы опять куда-нибудь улетим. Да? Или нет? Вон туда можно. Ну-ка, вниз. Да слезь вниз, куда-то наверх опять залез. Так, давай-ка, ползем. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Ну, нам надо найти. Вот этот хранитель, что ли? А, нет, это просто души идут. Хранителя нам надо найти. И пусть он нам сердце, главное, свое отдаст. Все, делов-то. Просто сердце выдай, и все. Пошли выше. Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Ничего себе, он здоровый какой. Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Сейчас нарвемся. Да, ребята, с хранителем мы будем бороться, но я сделаю это в следующей серии. И спасем Атрея. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!